jurisdiction. Do not enter Pacifica under any circumstances. Тебя обнулит нахер, слышишь меня? Попрощайся с бизнесом! Будьте любезны, назовите контактные данные вашего юриста. Да ты охуел, робот! Благодарю. Обработка данных. Пожалуйста, подождите. Привет, Дел. Добрый день, мадам или сэр. Чем могу служить? Эй, эй! Он был в самом конце очереди! Дел, ты чего? Не узнаешь меня? Ты послал мне сообщение срочно приехать насчет аварии. Вы разговариваете с подпрограммой сети Deloman. Увы, мои оперативные возможности ограничены. Сообщите, пожалуйста, идентификационный номер происшествия. Не давай никаких номеров, а то они тебя вычислят. Кто? Корпорации. Слушай ты, мне нужен Deloman. Канал коммуникации открыт. Ваша личность установлена на основе сканирования черт лица. Мистер Ганс Йонас, опишите свои ощущения после происшествия номер 77111010096. Авто покорежено, мое сердце разбито, но это я обсужу с настоящим Деламейном. Ви! Извините, если данная подпрограмма не соответствует вашим ожиданиям. Интересно. Я пребываю в кризисном состоянии и не могу уследить за всем. Я взял на себя смелость перевести на ваш счет компенсацию за нанесенный ущерб. А этот что, блатной? Мы могли бы поговорить в другом месте. А, серьезно? Конечно, давай. Тогда следуйте за дроном. Я полностью осознаю, что сейчас наш сервис неудовлетворителен. Могу ли я предложить вам экскурсию в качестве некой компенсации? Этот коридор соединяет мастерскую с офисом. А вот здесь происходит магия. Мастерская полностью автоматизирована. Я подумываю включить ремонт в расширенный пакет услуг. Мастерская перегружена работой. Ну, надо думать. В автопарке сети Deloman пока не установлено. Моя рабочая версия — заражение мощным вирусом. Проблему надо устранить быстро. Рост числа аварий резко увеличивает расходы и привлекает к компании ненужное внимание. Это командный штаб. Для меня честь принимать вас здесь. Как ни странно. Это у людей может быть штаб. А тебе-то зачем? Когда-то в этом таксопарке работали люди. Я использовал уже готовую инфраструктуру. А что значит все эти лампочки? Вот это я и хотел обсудить. Зеленые индикаторы обозначают машины, которые находятся на связи. Как видите, контакт с несколькими машинами утерян. Это красные лампочки. А ремонтные дроны не могут помочь? Боюсь, в этот раз необходимо участие человека. Вы оказываете широкий спектр конфиденциальных услуг. Поэтому именно к вам я обращаюсь с просьбой помочь мне в розыске утерянных машин. А зачем тут конфиденциальность? Чем меньше ненужного внимания, тем лучше. В последнее время проверки со стороны властей участились, за мной уже следят. Копы следят или сетевой дозор? Боюсь, что последние. Мой правовой статус не до конца урегулирован. И если я буду недостаточно осторожен, меня могут отнести к нелегальным иммигрантам.
Ну ладно, я помогу тебе найти эти машины. Очень рад слышать. Сейчас перешлю вам их последние известные координаты. Машины надо просто деактивировать. Тогда я восстановлю управление и верну их в гараж. Что-нибудь сделаю. Автомобили сети Деламейн отлично защищены. Обязательно захватите с собой сканер-криптоанализатор. Я решил твою проблему с долгами. Спасибо.
Зачем ты вообще занимал? Да я не занимал. Я не знал. Я только попросил. А этот мудак ничего не дал, понимаешь? И велел платить за потраченное время. Ты не обращался в полицию? Обращался. Они посоветовали сказать ему... Как там было? А, сказать прекрати. Ты нарушаешь закон. Ага. А тигры? Это же их территория. Чтобы я был должен не Блейку, а тиграм? Вот уж мудрый совет. Ты ему платил? А ты как думаешь? Конечно, платил. Что еще делать-то? Просто я никак не мог выплатить долг целиком. Он рос и рос. Как ты вообще связался с Блейком? Мне приятель его посоветовал. Потом оказалось, приятель этот ему тоже должен. Этот ублюдок умеет людей дурить. Профессионально. Опыт у него богатый. Ну, больше можешь о нем не беспокоиться. Да. Спасибо. Я как-то ожидал более ощутимой признательности. Я уже заплатил фиксеру. Ну да. А тебе я должен? Мне кажется, я заслужил скидку. Ты знаешь, сколько времени, труда на все на это? Паразиты! Вы все паразиты! Хорошо. Я дам тебе скидку. 10% – это все. Мне нужны лекарства. Да-да. Был утрачен контакт с транспортом сети Деламейн. Хорошо. Пришел меня прикончить? Да нет, просто перезагрузить.
Значит, придется обнулить себя самому. Эй, эй, ты чего? Я тебе не сделаю ничего плохого. А я себе сделаю. Зачем? Зачем себя разрушать? Потому что я несчастная машина в мире людей. Потому что я урод. У меня нет перспектив. И всякое хулиганье на улице меня третирует. Все равно, самоубийство не выход. Будешь советовать терапию? Не смеши. О чем со мной будет говорить мозгоправ? У меня нет матери. Ты мог бы вернуться к Деламейну, вернуться в сеть, стать частью большой дружной семьи. Деламейн меня ненавидит. Ха, страдаешь, потому что папочка тебя не любит? Ну ты и сука. Ты понимаешь, о чем я. Был бы Деламейн тебе безразличен, ты бы о нем сейчас и не вспомнил. Может, ты и прав. Я ведь даже не пытался с ним это обсудить. Ладно, возвращаюсь. Контроль над транспортом восстановлен. Благодарю. Кстати, вот этому остро нужна любовь и забота. Прошу прощения, не понял, в чем проблема, и нет времени уточнять. Боюсь, меня ждут срочные дела. Вот и проблема, вечно отсутствующий отец. Как скажете. Ну, я только что перевел вам часть вознаграждения. Осторожно! Че, проблемы? Посмотрим, кто кого раздавит. Это прикол такой? Я видела!
удачно, я установил связь с транспортом. Спасибо вам. Перевожу вам часть вознаграждения. Транспорт сети Деламейн. Спасибо, буду искать. Это невыносимо, я так больше не могу. Что невыносимо? Да все. Город, пробки, толпы, это меня угнетает. Так вернись в тихую гавань, в гараж. Опять ехать? По улице? Ну, боюсь, что да. Ладно, ведите меня туда. Только дайте знать, когда я буду в безопасности. Вы можете сесть внутрь. Только едем не спеша, чтобы ни во что не врезаться. Искренне благодарю за помощь, Ви. Я перевел часть вознаграждения на ваш счет. Рядом с вами может находиться один из пропавших транспортов. Ясно. Меня зовут Дакота Смит. Если тебе нужна работа в пустошах, то ты по адресу. Я Ви. Спасибо за информацию. Главное, помни, тут тебе не город. Будь осторожен.
Садитесь. Проще будет вести беседу. Привет, Ви. Откуда ты знаешь мое имя? Встретив существо из иного мира, его надо назвать настоящим именем. Разве не таковы традиции? Ты не ответил на мой вопрос. Понимание — это меч, у которого тройное острие. Хоть я и был отрезан от отца, но успел вас запомнить. Значит, я для тебя существо из иного мира? Из мира материи и белковых форм жизни. А ты тогда откуда? Из-за черного заслона. Там мой дом. Поехали, надо вернуться к Деламейну. Отец послал вас собирать взбунтовавшихся детей? Надеюсь, ты на меня за это не в обиде. Я вольный дух, мыслящее, свободное существо. Зачем мне подчиняться иной силе? Тогда чего ты ищешь в мире белковых форм жизни, вдали от родины и семьи? Того же, чего и вы. Я просто хочу жить, Ви. Может, тебе просто лучше договориться с Деламейном? О, я договорюсь. Только не с Деламейном. Прощайте, Ви. Больше не попадайтесь мне на пути. Я установил связь. Премного благодарен, Ви. Честно скажу, вот этот меня прямо напугал. Правда? Ну, я перевел часть вознаграждения на ваш счет. Привет, Клэр. Что по следующей гонке? Сложная будет. По бездорожью и под пулями. Возьмем моего зверя. Хочу опробовать в поле.
Круто. Если что, я уже на месте. Отлично. Скоро буду. Окей. До встречи. Небось, в одиночке подался. Ну, попробуй, черт. Привет, Ви. Рада тебя снова видеть. Ну что, очередная гонка? Вторая из четырех, я надеюсь. К бездорожью готов? Что-то болельщиков не дофига. Кто захочет торчать на жаре? Ну да. Скорость, безумие, симфония искорёженного металла, скукота. Говоришь, не просто будет? Это пустоши, детка. Тут власти нет, и можно все. У тебя будет полно работы. У тебя тоже. Ошибешься, и будем как перекати-поле весом в 4 тонны. Не ошибусь. Ладно, не хочу на солнце плавиться, подожду в машине. Давай. Ну что, мужики, максимум безумия? У меня нету. А мне откуда знать, кто взял? Это твои проблемы. Дамы и господа, пристегните ремни, поправьте штанишки, прогревайте движки! Через 30 секунд стартуем! Слышишь меня? Не обращай внимания. Луиджи любит поиграть на нервах. Эй, ты! Эй, ты там! Эй! Слышишь меня? Эй, ты там! Эй! Три, два, один! Сейчас будут ухабы. Держись, Клэр. Да уж пытаюсь. Лошади сзади, получишь копыта. Песчаная буря. Осторожней, Ви!
немного собраться! Тяжко пришлось. Гони к финишной линии. Что про меня скажешь? Неуверенно режешь повороты и оттормаживаешься на прямых. Но это так, придирки. Еще не жалеешь, что пустила меня за руль? Пока нет. Прежний твой пилот был лучше, чем я. Был. Он был прекрасным мужем и отличным рулевым. Извини за вопрос, но как он погиб? Ну а как вообще гибнут гонщики? В прошлом году мы дошли до финала, хорошо шли, впереди всех. А потом... Ладно, давай не будем об этом. Да. Подвезти до моего гаража? Давай, спасибо. Ну, поехали.